Всем привет! Сегодня у нас Киарио 16 год, и на магнитоле появилась вот эта верхняя полоска. Здесь ее не должно быть. Вот ее видно, лишняя она идет. Сейчас я поеду к дилеру, посмотрим, что они сделают. Я знаю, что в прошлом году точно магнитолу меняли. По-моему, с этого года теперь ее не меняют, а, к сожалению, забирают на ремонт. И в течение недели я должен буду ездить без головного устройства. Все, к сожалению, мне ее поставили не на замену, а на ремонт. Забрали, сказали, на неделю, на полторы. Теперь я должен вот с такой дырой ездить. Но главное, что отремонтирует, и будет она работать нормально, без всяких полосок. На всякий случай информация для по магнитоле. Гарантия на нее 60 тысяч пробега или 3 года, 36 месяцев с момента покупки. Поэтому у кого есть сомнения, что по гарантии чинят и ремонтируют в Кии что-либо, какие-то узлы, не сомневайтесь, все делается, все чинится. Все, на этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем успехов и удачи на дорогах.